наши друзья и гости. Сегодня наша тема – что подарить дачнику-мужчине. Если перед вами стоит вопрос, что подарить дачнику-мужчине, то ответ на него не такой уж и простой. Ведь разные безделушки и сувениры ему точно не подойдут, так как это человек, который всю свою душу вкладывает в дачу и желает, чтобы подарки для него были нужными, ценными и приятными. Если вы хотите не ошибиться с выбором подарка, тогда прислушайтесь к нашим советам. Мы поможем вам и подскажем, как порадовать такого трудолюбивого человека. Оригинальным и безошибочным подарком для каждого дачника станет сумка-холодильник со встроенными колонками. Такой необычный подарок приведет в восторг каждого именинника и станет незаменимой вещью в поездке на дачу. Получив такой подарок, можно спокойно перевозить любые продукты и напитки, а колонки позволят слушать любимую музыку, получая удовольствие от работы и отдыха на дачном участке. Если именинник любит компании друзей, то его осчастливят металлические рюмки в кожаном чехле или качественный набор посуды в удобном и компактном чемоданчике. Такие подарки придутся очень кстати, если нежданно нагрянут гости. Приятным подарком дачнику станет и гамак, который очень порадует именинника и даст ему возможность полноценно отдохнуть после работы на своем дачном участке. Необходимым подарком будет складное кресло, которое просто незаменимо для дачи. Его можно переносить, оно очень удобно и выдерживает большой вес. Прекрасным подарком для дачников станут шашлычные принадлежности. Ведь каждому мужчине нравится не только работать на своем участке, но и пожарить вкусный шашлык в вечернюю пору. Солидным подарком дачнику будет коптильня или удобная, легкая и компактная газовая шашлычница. Такие подарки станут ценным атрибутом дачи. Если у вашего именинника есть банька, то такие приспособления для бани, как веник, шапочка, кружечка для пива или кваса, ведро деревянное, осчастливят каждого мужчину. Вам понравились наши идеи подарков для мужчины-дачника? Тогда смотрите следующее наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь информацией с друзьями. До новых встреч!